Друзья, всем привет! Вы на канале Сельчанки. Хочу сегодня показать вчерашний наш сальтисон, который начинала делать я, а закончила свекровь с мужем. И хочу показать, какой он в разрезе. Мы сами даже не видели. Он простоял у нас всю ночь в холодильнике под прессом. Целый день под прессом, до часу ночи. А после часу ночи я его положил, ты сказала, туда. Ага, то он уже не был после часу под прессом, да? Ну, достаточно был, хватит. И этот раз делали, не запекали в духовке, а варили. Но можно и запекать. Да, можно и так, у меня есть и запеченный, и такой. И люди говорят, что можно, кто чем хочет набивать, и сыром, и картошкой, ну, то есть... Да, и даже есть, пишут, что сырым мясом. И кто-то сырое мясо, а потом варит его, ну, в принципе... У нас то всегда мы всегда так делали. Угу. Так что начнем. Ты красота. А пахнет. Сразу запахло. Угу. Вот какой красивый получился. Это хрусточки. Хрусточки с уха. Вкусненькие такие. Да, так что сальтисончик супер. И самое главное, очень вкусное, это этот сам... Шкурка. Да, сам кендюх, желудок. Да. Но даже если нету желудка, люди делали... Марлю. Представляешь? Да, пишут, что делают. Да? Круто. Ну, а эти желудки, наверное, продаются? Я не знаю, у нас нет. Ну, он щивен живый, да? Ну, уже холодный, уже вот. Ладно. Смотри. Вот такая вкусняшка. Вот так. Ну что, на вкус, не пересол? На соль. Супер. Супер? Угу. Все, батя кричал. Там, да, дедушка все переживал. Пересолишь. Потому что наша баба Маша любит посольней. Ну, потому что оно много мяса, а ему казалось, знаешь, что пересолит. Не, ну там просто есть разные люди. Было. Кто-то пробует, ему не соленый, а кто-то пробует, скажет, мне good, знаешь? То есть, вот так. Так что вот так. Очень вкусный. И красивый. Да, нормальный. Классно. Угу. У нас ее все едят, да? Давид ест? Не? Серьезно? А девчата? Девчата, да. Ну, не очень, так себе, чуть-чуть. Большинство ты его любишь у нас. Ну, мы дадим, родителям дадим полакомиться тоже этой вкусняшкой. Всем спасибо, друзья, и всем пока-пока.